переставай. Борись с самим собой. Борись за жизнь, за счастье, за семью. Борись за свое тело, за здоровье. Борись за свою цель и за мечту. Борись, чтоб деньги лишние не тратить, чтоб покупать, что нужно, не хочу. Борись за то, чтоб был везде порядок. В душе и в доме ты борись за чистоту. Борись за время с близкими и родными. Борись, чтоб зря не тратить... Борись, чтоб зря не трогать телефон. Борись за речь, чтоб только добрыми словами наполнен был и тон, и лексикон. Борись за то, чтоб ум твой развивался, чтоб был сегодня лучше, чем вчера. Всегда учись, стремись, молись и кайся, ведь жизнь дана нам каждому одна. Борись за время с Господом в молитве, борись за время с Библией в руках. Борись, чтоб устоять в духовной битве, ведь я мой самый злейший в жизни враг. Слава Богу. Помогите друг другу до неба дойти, руку ближнему вы протяните. Кто устал, изнемог и упал на пути, не оставьте друзей, поднимите. Поднимите молитвою, в пролом становясь, чтобы зову услышало небо. Выходите поспешно с Иисусом на связь, и дана будет в битве победа. Нам положена в небо дорога домой, не добраться туда в одиночку. О, как трудно от боли подняться порой, будь составит судьба в пути точку. Чтоб добраться уже нету силы, ни в мочь, сам один в поле вовсе не воин. Барабанит по стеклам на улице дождь, а в душе ураган злобный воет. Так бывает у нас. Каждый что-то несет, в свое время через что-то проходит, но молитвы друзей будто крылья в полет, в небеса к Иисусу доходят. И они дают жизнь, где казалось вчера, что потеряно все, шанса нету. Тем молитвы друзей вновь творят чудеса. Те молитвы ведут души к свету. Помогите друг другу до неба дойти. Не оставьте кульбури и грозы. И когда будет трудно, на вашем пути через ближних отрет Бог нам слезы. Аминь. Вот свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтоб пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Бога, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей, в день бедствия скрыл бы меня, потаен на месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скроет меня лица Твоего, не отрынь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели живые и дышат злобою. Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых.
Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Аминь. Всю жизнь мою буду петь ему, доколе я жив, да будет благоприятна песнь моя, возрадуюсь, возвеселюсь я в Господе. Благослови, Господа, душа моя. Душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Ему, доколе я жив. Блажен чоловік, кому відпущені беззаконня і чиї гріхи покриті. Блажен чоловік, кому Господь не вменит гріха і в чому духі нет лукавства. Когда моя молчал, обличали кости мої от седневного стінання моєго. Ибо день і ночь тяготіла надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония своего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И Он снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, направлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак бессмысленный, которому челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем. Аминь. Господи, не в ярости своей обличай меня.
И не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе, обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить себя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю лужи мою, слезами моими омочаю постель мою. Истухло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Господь примет молитву мою, да будут посыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и подсидятся мгновенно. Аминь. Иисусу Христу, за Его великую заботу, за то, что Он дает нам торжествовать в себе при любых обстоятельствах, потому что Он обещал и говорил такие слова: «Се я с вами до скончания века», а Он есть все во всем, Господь над всем и во всем. Я себя чувствую, как перед экзаменом, когда не подготовился. Так что, если я где-то буду
заикаться, так вы уже мне простите. Да. Помните, как на экзамен не успеваешь подготовить что-то? Так бегом-бегом на ходу, а потом, пока дошел к доске, все забыл. Так и у нас. И у меня бывает такое. Но я поделюсь немножко мыслями, которые я утром читал, из 1 Петра, 3 глава. Будем считать с 8 стиха и ниже туда. Там и 4 главу, может быть, затронем, и послание евреям затронем. 8 стих, 3 глава. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны». Вообще, если так охарактеризовать это послание Петра, то оно кому было написано? Оно было, во-первых, соборное послание. Это не как какой-то церкви определенной, а в общем написано для верующих. И в основном это верующие, которые переживали страдания и гонения за имя Христово. И потому в этом послании очень много предостережений Петра о том, чтобы они были тверды в страданиях, в скорбях, переживали это и не считали это как какую-то сверхдопущенное что-то Богом, а потому что это должно так быть. 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Ну, это понятно, да? А вообще, вот слово 8 стих «наконец» говорит о том, что вот эти все замечания и наставления Павел, то есть Петр, говорит в конце всего, что он прежде говорил. А что он прежде говорил? Он прежде объяснял суть спасительной вести об Иисусе Христе. Что Христос для нас делал, как нам, что Он дал нам своими поступками, своими делами, что Он дал. И вот когда мы читаем еще первую главу, то здесь написано третьим стихом: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видел, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение. К всему-то спасению относится изыскание исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». То есть это еще пророки исследовали, что должен прийти Христос и что Он должен совершить. «Исследуя на который, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ну и дальше идет вот этот призыв к праведной жизни, потому что Христос
своей драгоценной кровью, как непорочного чистого агнца, Он очистил нас уже и подарил нам святость, которую мы должны дорожить и жить этой святостью по вере нашей, по вере в Иисуса Христа. Он умер и воскрес, и об этом говорится в начале этого послания. Так? Но когда мы в дальнейшем уже подходим к концу, то здесь вот это идет речь о том, что мы должны делать. То Христос сделал, что теперь христиане должны делать. Не должны быть, как здесь написано, должны быть дружелюбны, милосерды, братолюбивы, не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, удерживать свой язык от лукавых речей, от зла, уклоняться от зла, уклоняйся, написано, 11 стих, уклоняйся от зла, это 3 глава, 1 послания Петра, 3 глава, 11 стих, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Благоговением. И дальше вот я немножко хотел более подробно остановиться. Вот с 16 стиха мы читаем такое. «Имейте добрую совесть, имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеи, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Подчеркиваю, добрую совесть, да? Мы дальше вернемся к этому, к доброй совести. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение в одни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Опять возвращаюсь к 21 стиху. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Слово, изречение «так и нас», оно возвращает нас выше, да, по тексту. То есть где-то о чем-то здесь сказано, о каком-то образе крещения, не плотской, не чистоты, а омытие, но обещание Богу доброй совести о спасении через воскресение Иисуса Христа. Где мы ищем это? Предыдущее предложение, вот если обращаться к так называемой синтаксису языка, в данном случае вот этого русского, да, здесь идет речь вот с 18 стиха. Идет сложное предложение. Даже оно раньше начинается, но я с 18 буду считать. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом. Это главное предложение.
А дальше второстепенное, следующее за словом «духом» запятая стоит, «которым он», то есть Христос, «и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». Дальше еще одно предложение. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, водяное, во время строения ковчега, которым немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И я, когда раньше читал, вот не понимая некоторых правил чтения литературных, обращал внимание на то, что вот это обещание Богу доброй совести или образ крещения, который мы проходим, да, относится к вот этому состоянию водяного во время строения ковчега, которые немного, то есть 8 душ спаслись. Но это была ошибка, это неправильно. Образ крещения здесь относится к 18 стиху, к вот этому изречению, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом. То есть Он совершил наше спасение, и мы, проходя вот это крещение, то есть сообразуясь со Христом, с Его смертью и Его воскресением, имеем по вере нашей, по вере нашей вот это спасение. Не плоской нечистоты, не мытье, но воскресением Его. Да? И мы получаем это спасение, и мы живем им, то есть обещаем теперь доброй совестью сохранить вот это вот спасение, которое понимание, верою мы принимаем это спасение и живем этой верой и сохраняем эту добрую совесть. То есть мы обещаем Богу доброй совести в том, что мы теперь пребывать будем во Христе, и жить Христом. И дальше вот мы читаем и так, 4 глава. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Но здесь идет еще речь и о страданиях, потому что Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Как и в других местах Священного Писания, где-то в Римлян, по-моему, там сказано, по-моему, в 5 главе, сказано, что вам должно не только веровать, но и страдать за имя Христово. А мы сейчас живем в такое время, что пока еще мы особые страдания не ощущаем. Да? Может быть, вокруг нас вот эти военные действия происходят, но может все перевернуться в любой момент. И мы можем оказаться в положении вот этих верующих, кому Петр пишет послание. И мы должны понимать, что нам дано не только веровать, но и страдать за имя Христа. То здесь написано «вооружитесь той же мыслью». Мы должны вооружиться той же мыслью. Потому что мы живем в таком мире, в котором все построено на том, чтобы преследовать друг друга. Как кто-то какой-то великий высказал такое изречение: человек человеку друг и брат, да? Человек человеку враг. Потому что за человеком стоит дьявол. Читаем дальше. Так, второй стих. «Чтобы остальное во время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступая по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству пищи и питья и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых.
Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Ну, как бы этот шестой стих как бы перекликается с двадцатым, да, с теми мертвыми, которые во время строения ковчега погибли, были уже до этого часа, они были в преисподней, где-то там находились, и им было благовествуемо, да. Ну, не знаю, как с этим быть. Это для меня немножко трудное место. Но как они могут быть в той потусторонней жизни, жить или по плоти выбирать, или жить по плоти, или жить по духу, этого я тоже не могу сказать. Но я хочу еще обратиться к посланию евреям, это уже послание апостола Павла, кто говорит не Павла, но в основном я считаю, что это Павла. И прочитать с 9 главы, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого строения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то, коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Смотрите, здесь идет тоже речь о нашей совести. О совести в данном случае евреев. Так вот, они приносили в то время жертвы, считали, что правильно делают и очищают себя. Но здесь идет противопоставление тому, что кровь тельцов не дает этого очищения и окропления не дает, не очищает совесть. А что очищает совесть? Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Как кровь Христа очищает? Оказывается, очищает. Когда мы верой воспринимаем, когда человек ищет, конечно же, очищение этого. А если не ищет, то она не очищает. Христос говорил в свое время: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и найдете покой душам вашим». Да? Но это о покое говорится. Но здесь имеется в виду, что когда человек ищет, он праведности, да, во Христе, Царствие Божие, Божьей воли, то он сталкивается со своей грязной совестью. Так? Совесть наша нечистая. Даже самого доброго, приятного человека, нравственного, морального, живущего в этом мире, но не имеющего спасения, она нечиста. По той причине, что она Богу не угождает, воле Божией она не угождает. И получается, что такому человеку нужно очистить свою совесть. Как очистить? А вот когда человек видит свое ничтожество, свое недостатки, грехи в совести своей, то он ищет избавления и находит, что Христос умер и пролил кровь за этого человека, за меня в данном случае. И я понимаю, что это очищает мою совесть от тех грехов, которые я совершал и могу совершать, от моих всех недостатков. И мы верою приходим к Иисусу Христу, и Он очищает нас. Так сказано в Слове Божьем. От мертвых дел для служения Богу живому.
и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, то есть для ветхозаветних верующих, призванные к вечному наследию, получили обетование, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произведя все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленой и сопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. То есть пример того, как в Ветхом Завете очищались предметы и люди также, но это очищение было временным. Оно прообразом было, прообразом крови Иисуса Христа. Вот эти кровь тельцов, козлов, она только носила образ. Ну и 23 дальше стих 9 главы. Итак, образы небесные должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Такое предложение замысловатое, да? То есть идет сравнение все-таки, как раньше и как сейчас. Совершенная кровь Иисуса Христа и несовершенные жертвы Ветхого Завета. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинному устроенную, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждое годно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. Вот. Он умер, и грех уничтожен. Как это? Много мы можем не понимать. Но это Слово Божие об этом говорит. И так само и наши грехи, которые в нашей совести, они уничтожены жертвой Иисуса Христа. Мы только верою воспринимаем, что моя совесть уже чиста. И вот мы часто на похоронах это говорим, изречение. Как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих ее во спасение. Не моя Библия, потому трудно ориентируюсь. У меня четко, где подчеркнуто, где это, ну, забил мою Библию. Потому не могу привести те стихи, которые должен бы привести. Жаль. Но не готовился к тому, чтобы вот здесь стоять. Подумайте, братья. Готовиться надо постоянно. Не только вот, а там придет Игорек, пускай выходит и говорит. Надо готовиться. Браты, готовьтесь. Так, время еще есть. 10 глава. Ну, буду читать подряд все, потому что я привел бы некоторые стихи, но я не могу. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, которые каждый год постоянно приносимы, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, был очищенный однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть через жертвы животных они бы уже все, расстались бы со своими грехами. Но жертвами каждого напоминается о грехах.
то есть каждогодно. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожал грех. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертву и приношение ты не восхотел, но тело уготовил мне, всесожжение и жертву за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. То есть Христос понимал, что если не он, то кто? Если не его, не его жертва, то чья? Отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Даже до сих пор еще приносят жертвы в некоторых народах. Считают, что этим они очищают как-то людей. В то время, как уже эта жертва совершенно Иисусом Христом принесена. И мы имеем эту жертву. И слава Богу, что мы пользуемся этой жертвой. Верующие. Мы верим. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. И совесть на нашу тоже. Совершенна она уже. Так мы должны подражать этому совершенству. О чем свидетельствует нам и Дух Святой, которого мы вот недавно рассматривали, сошествие Духа Святого на Церковь. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мысли их, напишу их. И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. А где приношение грехов, там не нужно приношение за них. Ну, дальше там предостережение идет о том, что будем внимательны друг к другу, это 24 стих. Поощряя к любви добрым делам, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, вот уже предостережение, вот мы получили познание истины, что совесть наша очищается чем? Кровью Иисуса Христа. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если мы противимся этому, этой истине, то на нас распространяется суд Божий. И нам предназначено страдать в огне. То есть мы будем так же, как и нечестивые. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшим, думаете, наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета. Нам нужно почитать за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно упасть в руки Бога живого. Ну, возвращаясь к посланию Петра, мы теперь понимаем, да, я, конечно, скомканно так объяснил, но мы понимаем, что такое обещать доброй совести. Подытожу. Обещание Богу доброй совести – это значит смотреть на Христа, который привел нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Вот и все.
единственная надежда наша. И это значит жить Христом, доверять Ему, полагаться на Его, все проблемы отдавать Ему, которые в Его глазах это мелкие. Все наши проблемы – это мелочь. А вся самая большая проблема – это наше спасение, наше очищение. Вот это вот самая большая проблема в глазах Божьих, которую Он решил через Иисуса Христа. И мы поблагодарим Его за то, что Он это совершил, и будем дорожить тем, что Он совершил для нас. Аминь.